in savol ham onقadar قon kunandans Уровень знаний учащихся таджикских средних школ оказался катастрофически низким. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Таджикистана Хуршет Икроми. Оказалось, что осенью 2016 года в таджикских общеобразовательных школах среди учащихся 11-х классов были проведены экспериментальные тесты. Ученикам было дано задание написать сочинение на таджикском языке на историческую либо культурную тему. В эксперименте приняли участие 28 общеобразовательных школ Душанбе, Вагда, Рудаки и Гисара. Работы оценивались по следующим параметрам. Содержание работ, количество стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок. Для определения уровня грамотности была установлена шкала с максимальным количеством в 24 балла. По итогам тестирования выяснилось, что из 916 участников 720 набрали менее половины от максимального количества баллов. Лишь один участник тестирования набрал максимальный балл, то есть 24, и всего двоим удалось набрать по 23 балла. В итоге большинство участников тестирования набрали не более 8-9 баллов по 24-бальной шкале. Причем организаторы тестирования сообщили, что подобные показатели являются самыми низкими за всю историю среднего образования в Таджикистане.